Друзья, привет-привет! Наступил ноябрь, и Всероссийская Федерация Парусного Спорта подводит итоги этого непростого парусного сезона. Общественная премия «Яхтсмен России-2020» собрала огромное количество номинантов. Я очень рада быть номинирована в качестве «Яхтсменки России 2020 года». Меня зовут Ирина Грачева, и в этом году мое достижение в том, что я стала чемпионкой Франции, чемпионкой открытого чемпионата Франции по офшорным одиночным гонкам в классе мини 6,5. Я очень долго шла к этому результату, целых 3 года, если честно, и, наконец, я достигла этой вершины. Я стала первой женщиной в истории класса, которая получила этот титул, и первой иностранкой, первой россиянкой, которая стала чемпионкой в дивизионе прото класс мини 6,50. Ура! Чтобы проголосовать за меня, заходите на сайт Всероссийской Федерации Парусного Спорта. Голосование открыто для всех членов, то есть нужно быть членом Всероссийской Федерации Парусного Спорта. И свой голос вы можете отдать как за меня, так и за других очень-очень достойных номинантов. Пока!